Ранний старт и дистанция от 600 метров до 42 километров. 2500 бегунов приняли участие в 5-м марафоне на Кубок главы города Самары. Дистанции все по центру, историческому центру Самары. Мне кажется, ребята, которые принимали участие в забеге, не просто показывали свои достижения, но в том числе и любовались нашей Самарой. Сегодняшний забег проводится накануне государственного праздника, Дня российского флага. И я вот сегодня спортсменам пожелала, чтобы наш триколор всегда был символом победы. Спортсмены и любители приехали в Самару из разных городов и стран. Сегодня у нас уникальный марафон, потому что марафон у нас приурочен к трем знаменательным событиям, или, можно сказать, датам. Первое. Наш марафон, на Кубок главы нашего города приурочен ко дню флага Российской Федерации. Второе, то, что наш марафон юбилейный, он проходит в пятый раз, и в этом году у нас приняло 2500 участников, приняли участие, и с более чем 200 городов и из 5 стран. Третье событие, то, что да, он прошел у нас очень рано, это был очень ранний забег, первый старт был в 7 утра. У нас был отдельный старт на 1586 метров, когда ребята стартовали именно с флагом. Пробежала дистанцию и делегация спортсменов из Казахстана. Мы сюда приехали на международный марафон от Самарский поучаствовать. Классная атмосфера у нас вообще. Приехали команды, 40 человек, в общем, движуха нереальная. Супер марафон, вообще Самар марафон. Честное слово, не ожидал. Вячеслав Фадеев приехал из Тольятти. 2 года назад возобновил занятия спортом, участвовал всего в нескольких состязаниях, а в Самаре решил пробежать полумарафон. Ощущения замечательные, трасса классная, организация отличная. Ну и состав участников такой большой. Мне все очень понравилось. Финиширует на дистанции в 21 километр и Ольга Гаврина из Самары. Приехала на соревнования вместе с супругом, но он бежит 42 километра. Это моя первая половинка. Я очень счастлива, долго к ней шла. Отличная трасса, хорошая организация, супер. Спасибо, ребят. Валентину Жеребцову любимый человек встречает на финише с букетом роз. И не зря. Девушка пробежала марафон и стала третьей в зачетной таблице. Рассказывает, что бегом занялась лишь 5 лет назад и сразу вышла на длинные дистанции. Бегала с первого самарского марафона в 2017 году. Это был мой первый старт на 42 километра. И каждый год, я повторяю, здесь, в Самаре, в августе. Вот, и первый раз зашла в абсолют на 3-е место. Победителей и призеров марафона наградила кубками глава города Елена Лапушкина. Спортсменам вручили подарки от спонсоров, а бегуны, которые заняли призовые места, получили денежное вознаграждение. И хотя встать на пьедестал почетно, многие спортсмены признаются, что главное для них – это победа над собой и стремление к новым личным рекордам, которые еще впереди. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.